Снова всем welcome, это снова я. На этот раз мы находимся в храме, в буддийском храме, можно так сказать. Значит, вот здесь вход. Вход стоит 200 йен. Значит, данный храм находится на Камакуре. Перед тем, как зайти, должны оплатить 200 йен за вход, за билет, но билеты никто не проверяет. После этого вы подходите вот к такой вот умывальне. Нужно обязательно обмыть свои руки. Значит, сначала обмываете левую руку, затем правую, а затем, значит, там кто-то обмывает еще и губы там и так далее. И потом надо вот таким образом, то есть переворачивается вертикально и моется вся вот эта вот палка. В общем, с этим все понятно. Здесь вот небольшой такой вот, значит, план этого храма. Мы находимся вот где красная точка. Сейчас пойдем посмотрим на вот этого большого Будду. На самом деле я здесь первый раз и вообще не в курсе, как и что вообще это все выглядит, насколько он большой, но люди говорят, что он очень большой. Пойдем. Ага, вот он. Да, огромный. В сравнении с небольшими храмами в Токио, этот Будда просто огромен. Ну, метров, наверное, так это 15 в высоту. Пятиэтажный дом примерно, может быть, 4. Что-то вроде того. Конечно же, все фотографируют. Кто-то снимает видео. Как бы съемка здесь не запрещена, поэтому люди этим пользуются. Также вот здесь хороший такой вот зона отдыха. Как сказать, хотел сказать парк, но парком это назвать. Язык не поворачивается, маленький слишком. Вот зона отдыха самый то. Людей здесь достаточно много. Несмотря на то, что сегодня выходной, людей все еще много. Фоточки надо сделать. Ну а мы продолжаем. Значит, здесь что находится? Здесь находится такой дымок. Нужно обязательно подойти и вот тут вот голову туда просунуть голову и вот так вот типа того вот. И это как бы там внутри вот свечки такие, они плавятся, ну, как не свечки, палочки, и этот дым как бы он это дает здоровье, там все дела, защищает и так далее. А вот там наверху, кстати, вот подношения разные. Кто-то принес лилии, кто-то принес фрукты, там арбуз даже кто-то положил, бананы, воду, Фиджи. Это вода Фиджи. Интересно. Да, но он сам по себе очень здоровый. Там вот голуби на нем пасутся. Конечно же. Я думаю, что им там очень нравится. Высоко, хорошо, тенек есть. Цвет, правда, какой-то у него, он уже немного, ну, темный. А этот, давно красили, видимо. Ну, мы продолжаем. Мы продолжаем. В общем, вот здесь такой вот находится камень. Интересный. Древние манускрипты. Видно, что здесь написано канджи. Очень много. И я вот отсюда даже не вижу, что там наверху. Но, в общем, полностью все в канджи. Возможно, какая-то молитва или еще что-то, но...
перевести я явно не смогу эту надпись. Потому что раньше было другое чтение, тем более это могли писать китайскими иероглифами. То есть имеется в виду с китайским чтением, а не с японским. Поэтому как бы многие слова здесь очень трудно перевести. Так, ну мы пойдем дальше. Там находится самая главная достопримечательность. Шучу, конечно. Вот такой вот парк, мини-парк. Сегодня хорошая погода, не жарко и не холодно. Солнце не так жжет кожу, и можно спокойно здесь прогуляться. Даже на байке было ехать не так жарко. А вот здесь какой-то достопримечательность, не знаю, что это, они здесь фотографируют. Птицу или кого? А, белку. Белку. Или бурундук. Вон там по веткам скачет. Но. Там крякает. И там голуби еще. Мы когда ехали сюда, видели одного бурундука. Он там через дорогу были натянуты провода. Он по проводам прям бежал, по кабелям. Экстремальный бурундук такой. Тут продают разные сувениры. При желании можно купить себе вот такую большую статую Будды, либо же что-нибудь поменьше, какой-нибудь там оберег, например. Это разные. В принципе, цены небольшие. По 600, по 500, по 350. И тут перевод на английский язык для тех, кто любит. Вот здесь уже подороже, вот такие вот штуки идут. Вот. Но это шкатулки, судя по всему. Или же, может, даже и нет. Это вот для китайцев. Такие вот драконы, вот. Кошки. Смотри. Кошки. Интересно, а почему кошки? Я здесь заметил, здесь вроде ни одной кошки здесь не было, а кошек продают. Тоже вот такие вот на стены. Драконы. Далее вот еще такие черепашки с монетками. Тоже. Сейчас мы что-нибудь тоже посмотрим, выберем. Тут Hello Kitty даже есть. Ну это, конечно, уже не то, Hello Kitty. Собрать, то надо брать какую-нибудь Будду там или какой-нибудь, чтобы вот магнитик, вот, магнитики неплохие, в принципе. Хорошая цена, 400 йен. Даже в России стоит дороже, я вам так скажу. Это 3D-магнитик, то есть он как бы не просто там плоское изображение. Есть даже 3D, вот видно. Картинки. Ну, что тут только нет. Ну, мы продолжаем. Что здесь есть? Здесь есть хорошие напитки, вот по типу Real Gold. Вот это классная вещь. Рекомендую. Если будете в Японии, очень хороший такой лимонад. Также есть разные кофе, как со льдом. Вот там видно вот лед внутри, да? То есть прям кофе со льдом делается при вас. Либо вот горячий кофе. Вот красные горячие, синие это холодные со льдом. Очень, кстати, дешевое достаточно. 100 йен за вот одно из этих кофе
в принципе, достаточно хорошая цена, потому что в магазине это стоить будет дороже. 120, может быть, йен, 130. Ну, а мы пойдем дальше. Там вот находится туалет. Датчики движения стоят. Еще один комплекс, вот здесь небольшой такой. Вот я не знаю, что это. А, статуя какая-то. Это дом, как сказать, для наблюдения за Луной. Оформлен в красные и синие цвета по корейским традициям. В общем, там написано разные истории. Что это и как. Вот еще один камень. Интересно. Здесь написано прям. Там даже как написано, то есть не выдолблено, а именно прям по бетону или еще как-то, где мы этим писали. Письмо, как письменный такой вот шрифт. Интересно достаточно. Вот тоже здесь камеры стоят. Ночного видения. Датчики движения. Ну, храм работает до 4:30. Кстати, забыл сказать, с 9 до 4:30. Это, ну, как бы не сказать, что поздно, но рановато закрывается. Потому что люди еще в 4:30 только-только подходят, только-только, может быть, кто-то проснулся, жара спала, как раз самый тот. Дайте да посмотреть. А, что это? А, вот это они там что-то смотрят. А, внутрь туда заходят. Посмотрим, что это, что почем. Человека 20 йен. Ну вот не знаю, вот тут что-то слишком много народа стоит. Наверное, ждать-то не будем. А вот здесь вот до 4:45 закрывается магазин. Магазин работает дольше, чем сам храм. Тоже разные тут обереги интересные, четки. Интересно. Ну а мы продолжаем. В общем, внутрь Будды мы сегодня не попадем, потому что времени уже нету. Время уже 4, а очередь очень-очень длинная. Очень длинная. К сожалению, не попадем. Вот здесь тапочки висят его. Огромные тапочки. Слипперс, Будда слипперс. А, здесь написаны размеры его. Давайте прочитаем. Значит, вес. Построен в 1252 году. После Рождества Христова. Вес 121 тонна, высота 13,5 метра, ну 13,35 метров. Размер лица 2 метра 35 сантиметров. Значит, глаз 1 метр. Ухо 1,9 метра.
рот 0,82 метра, значит, колени размера 9,1 метр. Последний я что-то не знаю, как перевести. Ну, в общем, 0,85 метра. А вот здесь написано для китайцев, видимо. Тоже, ну, в обратном порядке. Вес 30. А, ну да, вот у них там, значит, высота в самом конце идет. 1,335. 1,335, да. Что ж, она. Пойдем дальше. Интересный храм. Советую посетить. Тоже, кстати, красивое место. Вот прям живописное. Ну а с вами был Дэн. Если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Ну а мы с вами увидимся в следующих видео. До связи.